Вечером первоуральцам вручили медали к 25-летию МЧС. Награждение состоялось в городской администрации. Среди награжденных глава Новоуткинского СТУ Эдуард Меньшиков, начальник отдела городской службы спасения Налия Гайфуллина, а также заместитель начальника службы спасения Андрей Воропаев. Медаль вручается сотрудникам министерства, которые проработали в данной системе минимум 10 лет. Также стать обладателем юбилейного знака могут и обычные люди, отличившиеся в деле обеспечения гражданской обороны. Добавлю, за минувший год спасатели Первоуральска совершили более 1000 выездов и спасли жизни 216 горожан. Первоначальное количество было 8 человек, сейчас отряд составляет 14 человек. Аттестован на практически на все виды проведения аварийно-спасательных работ из существующих, включая очень сложные, это подводно-технические, аварийные подводные работы, работы с химически опасными веществами, поиск в лесах, на водных акваториях, организация связи в зоне ЧС, практически все работы.